Приветствую вас, друзья, на канал ВБПЛ, меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем игрушку под названием Swirly Aftermath, 8 обновление, загрязненная земля. Сегодня по плану у нас, друзья, вообще-то заняться новыми постройками, а в частности это у нас экстрактор каких-то редких металлов, да. Этим мы и займемся сегодня, и побольше посмотрим, как они производят компоненты, которые нам довольно-таки будут сейчас необходимы в дальнейшем развитии нашей колонии, и чтобы у нас все было отлично, все было хорошо по поводу электричества и ремонта и так далее, и тому всему этому прилагающему. С предыдущей серии у нас поменялось некоторые вещи. Мы потеряли опять же некоторое количество людей, потому что пока, конечно, когда я закончил снимать видосик, я поиграл за кадриком, да, и у нас умерли люди, некоторые от радиации, но это уже не наше, это просто то, что радиация, и все, потому что рано или поздно от радиации они все умирают, да. Так, у нас строения, которые-то у нас надо загрязнены, надо обеззараживать их сразу. Где еще одно? Ладно, это они почистят. Так, кто еще? Кто там еще? Значит, еще где-то должна быть загрязненная станция. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Ничего здесь нету. Итак, что нам нужно для экстрактора редких ресурсов? Мы его изучили, так как, видите, сейчас, друзья, проведу, поэтому, да, производство у нас полностью вкачано. Я полностью его вкачал, сейчас вот младший инженер качается, да, и потом уже, я думаю, мы... Скорее всего, по пище пойдем. Мы вот поставим метод бурения, но нам нужно для этого ресурсы и электричество. А для электричества нам нужны комплектующие, которых у нас. Ну, потому что их сейчас не есть, потому что мы их привезли. Давайте тогда сейчас вот это поставим водичку. Чисто куда-то туда. Потому что здесь не важно, куда ты поставишь, она будет добываться в любом случае. Надо куда-то его засунуть. Там, куда. Давайте сюда куда-нибудь забурением его. Да? Сойдет? Сойдет. Давай посмотрим. По идее, он должен сейчас. Что нам там? 4 НА. Электричество у нас есть. Закончили наш. Я еще поставил еще один ветряк, потому что нам нужно будет это. Так, бетонный экстрактор. Ага, вот это было обеззараживание. Потом мы со временем, конечно, построим. Вот и зараженный, да, идет с радиации. У нас... А у нас нету йодных таблеток. И то бишь они рано или поздно не умрут все-таки, да. Кстати, давайте вызовем еще одного человека. По два человека здесь будет, чтобы пусть они... Мало ли что. Так, хорошо. Следующее, что нам надо сделать... А, экстрактор редких металлов. То сейчас с водой нам надо сейчас было собраться. Так, экстрактор редких металлов у нас идет здесь, скорее всего, да? Вот. Магнитный сепаратор. Тут, в общем, он вытаскивает редкий металл, и он ставится... подожди, магнитный сепаратор добывает ресурсы из-под земли и извлекает из них редкие металлические редкие металлы, которые затем используются в производстве высокотехнологических продуктов. Окей, значит, нам не надо ставить его где-то определенно. Можем его сюда вот забубенить просто, да? Вот, например. А почему ты не ставишься здесь? Ты жопа. Ладно, допустим. Сюда мы все равно ничего не будем ставить. Вот сюда поставим его. Так, что для него надо вообще, я не посмотрел. А, вот почему. Надо еще один, еще одну вышку надо поставить, потому что электричество надо будет очень много для этой машины. Вот. Так. Значит, делаем так. Иначе делаем вот так. Сюда мы поставим громоотводитель, который будет отводить у нас удар молнии в будущем. Только не помню, сколько он места занимает. Чтобы быть предельно честным с вами. Ну да, посмотрим. Так, хорошо. Молодший инженер. Итак, сейчас будем смотреть, что будем изучать дальше. Можем изучить... Да, пойдем по надежному складу. И вот оружие, и все остальное, и так далее. Давайте тогда сейчас медпункт построим. Потому что мы сейчас будем более зависимы от электричества. И построим большие батареи, кстати говоря. О больших батареях. У нас есть большие батареи? Да, у нас есть большие батареи. Здесь мы можем их поставить. Вот так. Что надо для 10? Ну, блин. Мы потратим слишком много ресурсов. Давайте сначала пока что побременимся этим делом. Надеюсь, магнитной бури не будет. Нам надо сейчас медицинские палатки построить. Более так важно. Так, с едой у нас, как видите, друзья, все отлично. У нас нету больше... как говорится, пир был у нас только недавно, да. Так что мы потом будем уже заниматься сельскохозяйственной системой. То бишь... да, и по поводу... Видите, продуктивность 75. Надо как-то распределять так, чтобы это было по центру этого... кучи, и тогда будет максимальная производительность, как я посмотрел, поэкспериментировал. Вот, так, выбиваем вторую скорость, чтобы это было как-то более-менее
активненько происходило здесь. Так, кстати говоря, у нас же люди есть. А, нет, я всех людей собрал, потому что они собрали, дали, принесли нам ресурсы, так что надо кого-то уже выслать дальше. Или подождем пока что. У нас... Пора принять решение, приняли люди, пришли люди. Так, что у нас один ребенок, трое детей. Принять. Нам нужны люди, нам нужны люди. Так, у нас уже 70 человек, 11 детей, а одна школа сейчас справляется. Пока что можно, конечно, ради интереса еще одну поставить, но это не столь важно сейчас. И, кстати говоря, ну может, давай поставим одну школу, чтобы она была... Так, это сюда. Так, школа. Давайте в этой стороне поставим где-нибудь. Вот сюда, например. Отлично. Пойдет. Экскаватор я уже поставил на чистку. Потом, со временем, конечно, мы поставим нормальные вышки. Сможем, будет народу более. Каждый поставим вот такие ремонтные мастерские, которые будут этим заниматься. Потому что их нельзя увеличить. Уже это максимальный размер. И по-другому никак не получится. Так, вода у нас добывается. Сколько ты добываешь, дружище? 30 и 12. Так, у нас 18 энергии. Сейчас тут строится. Это 14 сейчас. Принесут еще некоторые запчасти. И тогда посмотрим. Может быть, даже у нас получится построить один аккумулятор. Потому что это у нас будет 40, у нас будет еще плюс идти. И тогда мы сможем более-менее какой-то... А, ну сейчас это же уйдет. 30 очков. 30. А, ну здесь, да. Ну, будет нормально. Главное, чтобы не успели построить до. А, ну все равно мы сможем, потому что у нас перекроет это... Что здесь происходит? В рабочей зоне нет ресурсов. Вот как мне понимать? Но это же говорит, это кажется, там не должно было быть. Скорее всего, это вот здесь должно быть. Вот металл. Вот сюда должно было ставиться. Но он не упоминался, куда я должен это ставить. Ну да ладно, сейчас проверим. Ресурсы мы все равно дополучили обратно. Блин, сюда не могу поставить. А есть у нас еще где-то залежи железа? Где-то были здесь, рядом, недалеко, походу. Если я не ошибаюсь. Здесь они еще добывают, тут забывают. Тут пластмасса, тут пластмасса. Что у нас здесь? Бетон, пластмасса. Блин, где железо здесь нет? Надо, наверное, будет как-то подальше его. Тут бетон, бетон. Везде бетон. Вон там. Ага, видите, иконка показалась. Что вот сюда можно поставить этот сепаратор. Вот, видите, вот сюда можно поставить его. Ну, давайте так и сделаем. Поставим его сюда. Потом проведем дорогу. Так, и так она нужна здесь. Давайте проведем дорогу, чтобы они более активно передвигались. Отлично. Отлично, замечательно. Это мы потом почистим. Кстати говоря, у вас, друзья, на чем вы работаете? Ага, у вас здесь еще 49, здесь еще 17, 64. Значит, окей, работайте. Хорошо. Ну, у нас еще здесь есть металл, но я думаю, что мы его застроим. Я думаю, что он не понадобится. Так, медпункты, друзья, медпункты. Сейчас будем сносить медпункты и будем ставить, куда, смотреть, куда их ставить. Это можно уничтожить. Это тоже уничтожить. И сразу ставим медпункт. Давайте сюда один поставим. К вам подходит совершенно потерянный колонист. Кто-то касается, что было ужасно, говорит вам. Эй, у нас тут проблема. Бедняга говорит, что... Найти кого-нибудь, кто заберется наверх и все исправит. И что было? Не понял, ладно. Короче. Дальше что мы идем? Медпункт, изготовитель оружия. Простые украшения, надежный склад. Давайте надежный склад сейчас изучим поначалу. Так, что мы можем торгануть? Что мы можем торгануть? Кстати, надо отсылать людей, чтобы они искали и ресурсы нам. Так, смотрим, где у нас... Кто ты? Ученый, отправить на карту мира. Ты кто? Собиратель тоже можем отправить на карту мира. Ты кто? Собиратель тоже. Давай четырех отправим. Это лидер. Женщина, ты кто? Разведчик. Ну, можно разведчика туда сослать, все нормально будет.
Пусть они сейчас все выйдут, и мы тогда уже посмотрим, куда можем их отправить. Так, ну да, как по статикам, друзья, у нас 1, 2, 3, 6, бляха-муха, целых 10 специалистов. Не знаю, какой кап у них, да, вот у нас 21 человек умер, 8 катастроф пережито, 16 групп пришло, 16 оставшихся групп. То бишь, и мы ни одного не потеряли, просто дети умерли от радиации, скорее всего. Бои 7, убито врагов 3, выиграно боев 7, потеряно колонистов 1, да, в бою это произошло, да. Но это когда кабаны на нас налетели, вот. Это в предыдущих видосиках. Так, хорошо, ладно, смотрим, куда можем их отправить. Кстати, что у вас здесь, друзья? Мы не узнаем, пока мы не победим. Давай, отправляем тогда, чтобы они там буянят. Зачищаем территорию, так как мы должны знать, что здесь происходит. Может, там очки. Незначительная победа. Дружище, у тебя что? Крупная победа. Давай, иди там на чистим лицом. У тебя здесь что? Незначительное поражение. Вот. Йодные таблетки. Нам нужны йодные таблетки, так как у нас нету ничего из йода. И, может быть, кого-то в дом вылечим, и мы не потеряем настолько важных колонистов. Так, что у нас здесь происходит? У нас здесь происходит, так вот там уйдет. И нам надо строить еще один ветряк, потому что ремонтировать. Ага, поломали, блин, ветряк. Лопасти поломали. Бесстыжие. Так, ладно, поставим еще одну мы сейчас вот такую тему. Сюда. Отлично. И идем на карту мира. Женщина шла бить этого человека. Он умрет сразу. И здесь у нас чего? Железо, ну нормально, неплохо. Ты еще не дойдешь до него. Так, что у тебя? Тоже не успеешь. А, не дойдешь, сразу убьешь. Халабейс по лицу. Аптечки, окей, ладно, сойдет. Потом отошлем пацанов вот в эту зону, чтобы открыть, что здесь происходит, потому что мы здесь не знаем, что здесь происходит. Нам это неизвестно пока что. Так, нам нужен экстрактор. Как там с экстрактором? Так, тут что происходит? А, пластмасса добывается, они отдыхают. Тут у нас... Ого, редкие металлы под землей. Под землей лежали редкие металлы, которые можно добыть и перебрать с помощью магнитного оператора. Запасы большие. Вау, это круто. Так, что у нас получается? Чего не хватает? Железо, бетон. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно. Ну, сейчас... Подождите. У нас железо добывается. Бетон тоже добывается. Придет. Можем потренироваться, конечно. Но не надо, я думаю. Так, 59 производится. Так, у нас с едой все у нас отлично. Изучаем... А, исследуется склад сейчас. Так, что за загрязнением у нас здесь? Ну да, у нас здесь здание загрязняется. Здесь загрязняется. Остальное уже более-менее почищено. И, ну и экскаваторы сами по себе, они загрязняют почву. Ну и здесь вот тоже экскаватор. Ну все экскаваторы и добывающие ресурсы, они будут загрязнять почву. Ну и как и в реальной жизни. Там уже без этого никак. Так, нажмем С. Так, ферму пока что будем строить не будем. С едой у нас пока что все нормально. Сейчас дети у нас скоро подрастут. Школа достроена. Замечательно, все дети у нас будут обучены. То бишь они будут расти гораздо быстрее. Так... Ага, собраны все ресурсы, хорошо. Это радует. Надо было еще какие-то еще поставить им, сделать вот такое, такое сооружение, как радиоактивный костюм, который вот, например, ходит, там собирает эту радиоактивную руду, чтобы они были защищены, чтобы они не подвергались к этому, к этой заразе. Так, хорошо, там ты врезал один раз, alright. Так, аптечки нам ни к силу, ни к городу. Давай туда, иди, бей его. Ты иди, забирай лекарства. Отлично, хорошо. Такс. А ты что здесь, что здесь? Ага, тут пластика не хватает. Пластика не хватает? Может, пластик добывается, да? Ну, давай еще одного добавим. Блин. Мало народу. Ладно, а что здесь, железо у нас тоже добывается? Ладно, два человека, нормально. Зато будет сейчас два раза быстрее все происходить. Это как только построится, мы сразу снесем это, и у нас будут работники здесь. Отлично. Замечательно. Дальше. Украшения, изготовитель оружия. Вот, идем, чистота. И вот это нам сейчас надо вот эти изучить. Медицинские карты. Скорость... Нет, вот это надо сначала изучить, а потом уже это. Сколько у нас остается очков? 399.
получается оружие, и у нас не получается ничего другое более. Так, короче, мы знаешь, что можем сделать, друзья? Мы можем сейчас поторговаться с вот за это тело. За это дело, потому что торговцы не приезжают, и мы заодно получим репутацию. Так, мы взяли вообще, да? Так. Да. Подтвердить. А что можем им продать? Антибиотики? Нет, антибиотики не надо. Вот это продадим. Что еще можно им продать? Дрова нам нужны. Это нужно. Нужно, 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 нужно. Все это нужно. Волокно нужно. Ну давай рыбки чуть-чуть продадим. Давай до сотки. Ну и все. Подтвердить. 2 дня, 4 будет у нас 180 очков. И сможем мы изучить. Так, магнитосепаратор. Вот это чудо в перьях. Который работает без человека. Вот это интересно. Не, ну это круто, конечно. Ну да, это электрическая станция. Так, ну и что у нас-то получается? Один, ну, очень медленно добывается, но все-таки у нас уже довольно-таки много его сейчас. И насчет этого я не переживаю. Вообще ни грамма. И как он будет выплевывать? Давай посмотрим на это дело. Скринчик сделаем. 4 колонистов возрастили. Вау! Круто. Ну, давай, покажи мне. 94, 95, 96, 97, 90 сейчас будет. Ну, и тут должен что-то... Да, вот выскочила тема. И отлично. А, отлично. Так, смотрим, что здесь у нас. Идем. Ты собрал весь металл уже? Ты выиграешь его? Да. До свидания. И сейчас откроется у нас, что у нас здесь будет. Может, еще бандиты какие-то будут? Вау! Вот это... На это мы и надеялись, друзья. На это мы и надеялись. Ты дальше продолжаешь собирать? Денежку не собираешь вообще без стыжа. Так, хорошо. Ладно. Значит, нам на следующее, что нам надо построить, друзья? Вот такую тему. Где оно? Нет, оно вот здесь. Или я ее не изучил еще? Нет, изучил ее. Вот, фабрика электроники, друзья. Мы ставим фабрику электроники, которая у нас будет стоять где-то. Куда мы все поставим? Дружище. Сюда можно как-то забубенить тебя? Вот сюда поставим ее. Да, замечательно. Для нее нам требуется чего? 30 бетона, 30 металла. 10 кондиционеров и 20... Так, что-то происходит. Кто там по кому там стрелял? Непонятно. Ну да ладно. Значит, кого-то убили. Ну и все хорошо, значит. Так, это надо почистить. Обеззараживание. Раз. Обеззараживание. Обеззараживание. Здесь у нас все хорошо. Здесь все хорошо. А что у нас происходит здесь? А, это ремонтская мастерская. Ну чё за фигня? Специалист готов к работе. Хорошо, иди бей его. Вырубить сразу. А нет? А ну хорошо. Ну, нормально, 300 очков сразу у нас получилось. Ты иди сюда. Ты сюда. Отлично. Так, что надо для фабрики? Ну, фабрики, ну да, с фабрикой бы тут более проблемки. Оу, кстати говоря, нам же надо... И никто не продает из этого, да? Нет, редкий металл. Здесь у нас это, и у нас конденсаторов нету, блин, надо будет ждать, пока он это появится.
Да, тоже будем производить сами вот это дело все. Медицинские карты изготовлены. Так, давайте сначала да, чистоту сделаем, баньку построим. И, кстати говоря, насчет баньки, нам надо еще будет построить вот один такой, одно такое сооружение. Нет, не такое, вернее. А вот такое. И мы его какой-то забубеним сюда. Так как нам... Нет, блин, плохо. Нет, не очень. Потому что баня требует... Нет, это не на это. Не на... Баня требует дос, дрова, и они... Блин, какой тебе лесоповал? Нам нужен лесоповал. Вот что нужно. Странствующий торговец. А, вот сюда можно поставить. Отлично. Замечательно. Давай, торговец, продай нам что-нибудь такое. Капуста. И капуста нужна, и это нужно. Давай, капусту, да, берем, возьмем. Капуста нам нужна. У нас капусты нету, да? Ожидания нет, арахиса. Давай, это капусту сейчас где-нибудь посадим. А, кстати говоря, куда можем засунуть еще поле одно? А, иди сюда. Большое поле, сколько у тебя будет продуктивность? 92, мать. 87 75. Блин, ну тут фактически как тупо получается вообще. Ай. Ну давай ставим так, тогда нету выбора. Сюда мы сразу протаскиваем дорогу, чтобы это был как ограничитель того, что мы не можем дальше ничего здесь делать. Вот так. Тогда мы капустки засанем. У нас 5 человек есть. Одного поставим, тогда пусть капуст забирает. Особенно здесь людей. Угу. Сейчас сможем что-нибудь засунуть, потом еще сделать. Так, у нас, кстати говоря, надо уже, думаю, уже дома строить. Давайте. У нас бетон нету. Ну ничего. Зато у нас большое поле строительства завершено. И сюда мы сажаем капусту. Можно добавить еще одного человека. У нас 3 человека есть. А, здесь у нас больницу, эту можно снести, уничтожить. Сюда давай. Ну, давай троих. Ну и нормально. 6, потом, если надо будет, мы еще один госпиталь построим, если мы поставим сюда его. Скорее всего, нам надо будет. Мы никуда от этого не денемся. Ну ладно. Пусть так и будет. Хорошо. Так, у нас эти готовы. Давай. На, все, умри. Нормально, ткань. Полезно. Взорвались. Лицо. Убили сразу. А нет, ты смотри, какой ты такой нехороший. Ладно, черт с ним, это мелочи жизни. Вот ничего нету. Ну ладно, иди этого. Убьешь? Да, убьешь. Заодно потом откроешь эту территорию. Звучит как план. Хорошо. Так, кстати говоря, что у нас получается? А, изучается чистота. А, здесь уже построили. Вот такие красавчики. Давай сначала вот здесь будешь рубить. Так, у нас какое-то дерево растет здесь. Торговый караван прибыль. Нам что-то привезли. А что мы заказали? А, очки. Уж сам забыл, что мы заказали. Бывает. Так, что у нас здесь? Все происходит. Здесь все производится. А, последний, да? А, еще 15. Ну и все, Бенджи. Будет финиш. Так, здесь у нас заражение. Здесь заражение. Опа.
Еще ягоды, ёхайды. Это каким образом сюда они? Нифига себе, они что, отрастают, что ли, со временем? Как ты так пропустил их? Ну да ладно. Работа готова к работе, забирай. Потом ты заберешь бетон. Заберешь это. Отлично. Потом ты берешь там лицо, набьешь ему. Все, ты сейчас его замочишь. Все, красавчик. И что ты нам дашь? Аптечки, блин. Ладно, ты его со второго прихода ты его отдубасишь. Там металл, походу, выделал я только что, потому что когда они дрались. Ну ладно, это маленький такой спойлер, походу. Сохранить, главное, друзья, не забывайте сохраняться. Что здесь происходит? Чего тебе не хватает? Ага, металла не хватает. Сколько у нас инструментов? Давай, дружище. Не 5, давай 5. Заболели радиационными заболеваниями. Вот это плохо. А, и кстати, он употребляет воду еще. Оу, интересно, интересно. Нормально, так, что здесь накапливается? А тут здесь вообще работает? Никто не работает. Как тут вода набирается тогда, интересно. Да ладно. Набирается, так и набирается. Так, капуста посажена. Это все сделано. Все строится. Ждем сейчас, пока у нас придут ресы. Да, посмотрим, может, что-то есть много торговое предложение новое. Нихера нет, ну ладно. Магнитный оператор, так, потому что надо будет, так, как говорится, производство для наших кондиционеров, вот этого всего, блин, 10 штук не хватает. Блин, так мы могли бы запустить уже его, уже начинать свое производить. Ну, сейчас день пройдет, может быть, обменяется ассортимент у этих, у наших соседей. Так, что вы здесь ждете? А, вы ничего не ждете, да, у вас все есть, вы готовите, все нормально, да? Смешанный паёк, ага. Это странно. Ладно, черт с ним. О, кстати, у нас же ничего не изучается. Что мы за тормоза? Вот что нам надо. Так, что изучил? Баня изучил, да? Значит, идет сюда. Иди сюда, банька. Баньку надо поставить где-то вот рядом со школой. Как раз сюда влезет, да? Нет, не влезет. А сюда ты влезешь? Влезешь, но я не хочу себя отставить. А сюда? Нет, тоже не влезешь. А сюда? Ну, давай поставим сюда одну баньку. Тут заодно проведем сейчас дорогу. Параллельно этой вот. Отлично. Туда сможем что-то еще построить. Нужен новый источник ягоды. Я понимаю, я знаю, что вам нужны ягоды. Но нам не для этого сейчас. Так. Что у нас здесь? Здесь собрано. Так. Незначительное поражение. Это не нам. Это нам не сюда не идет. Ну, давай, иди открывать территорию. Может, там найдешь какого-нибудь нового поселенца. А что ты здесь делаешь? Вот. Давай. Так, иди бей его. Окей. А, вот у нас... Ёп, а это как? Подожди, стоп, это что, вот это? А как я это пропустил? Ладно. Потом проверим, что за фигня. Так. Все работает, все отлично, все замечательно. Тут у нас все происходит, здесь происходит, все у нас, у нас все, друзья, отлично. Мы сейчас более-менее работаем. Людей, конечно, маловато, но у нас еще 7 детей. Можем, конечно, поставить, знаете что, друзья, можем построить дом. Один дом, где они у нас будут... А у нас нет дома, блин, ладно. Тогда сейчас изучим после электростанции, изучим
коммуналь... не коммуналь, а дом именно, чтобы они там могли нормально себя вести. И нам уже делать естественный приплод. Так, что у нас здесь? Кот и шла. Давай на пару новых этих помещений. Нам бы, блин. Тут по-любому будет новое какое-то поселение. Антибиотики. Неплохо, неплохо, неплохо. Антибиотики нам понадобятся попозже. Но не сейчас. Так, значит, что, друзья, можем еще сюда больницу поставить. Крупный бизнес, иди сюда. Аптечки. Вау. Не. Нам ни то, ни это не нужно. Что у вас еще есть? 56 бетона. 55 рыб. Давай, забираем. Бетон нам нравится. Бетон нам нужен будет. Так, сейчас мы изучим. Так, что я хотел? Я хотел что-то строить, но я не построил, потому что... А, я хотел дома строить, но... Ах ты жопа. Ладно. Построим сейчас тебе... водонапорную башню. Куда мы тебе могли бы его забубенить? Давай сюда. Еще потом еще одну баню сюда поставим. Так, давайте иначе еще сделаем, друзья. Еще одну поставим. У нас, кажется, тут хватает места. Отлично. Водичка будет. Потому что я уже при минувший раз упоминал, что, что как-то... Что такое? Как-то нелогично, что баня не использует воду. И вот они добавили. Не, ну конечно, молодцы, разработчики не работают, они дополняют, исполняют всякую фишку здесь делают, дополняют. Ну, получается интереснее играть, да, не так, как это как-то монотонно это все. Вот новый челлендж, потому что я попытаюсь, конечно, в следующее обновление поиграть на максимуме, да, но я думаю, что у нас там очень все будет печально. Ну, посмотрим. Да не факт еще. Может быть, все-таки не будет все так, как, так страшно, да? Как я себе представляю. Блин, ну нету продавцов. Ой, не продавцов этих. Он будет довольно-таки долго биться с ними там, блин. Блин, оружие. Так, что я хотел? А, загрязнил. Она тут наполняется? Да, наполняется. Как-то очень странно. Вроде бы здесь человека нету. Или он просто... Подожди. А если мы это уничтожим? Подожди, 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 подожди. А если мы уничтожим этот амбам? Так и стоит 30. Ничего не меняется. Замечательно. Значит, что мы можем сделать? Мы можем еще... Нет, мы не можем такую строить, потому что у нас нету ресов. Так, смотрим, может быть, у нас тут есть... Нет, тоже ничего нету. Блин, какие-то они бомжатки все. Так, у нас народ... Ай, народу нету. А куда народ убежал? Почему он не чистит ничего? Я не понял. А, мы баньку ж построили. Вот, в чем прикол. Вот, вместимость 100%. Один человек из 6. А, это ресурсы, походу, да? Минус 5. 6 в день. Отлично. 6 дров в день, это не так уж страшно. И он, походу, будет загрязняться тоже, да? Да, он будет загрязняться, жопа. Ладно, мы тут построим. Кстати говоря, мы можем построить, конечно, это дело, но мы не будем это делать, потому что сразу тот же самый человечек уйдет. Что мы можем отменить пока что? Что у нас? Что нам нужно на данной стадии? Оу-воу-воу, метеоритный дождь. Это плохо. Так, что ты делаешь? Ты представляешь материалы. Нет, короче, ты сейчас сделай вот эту тему, и все, я тебя отключаю. Все, иди работай. И ты тоже иди работай, потому что у нас нам нужны люди. Особенно сейчас будут у нас тут проблемы. Метеориты будут падать, нам надо чинить все, что надо. Так, что здесь ты выиграешь? Крупное поражение. Что здесь?
Бензин нам не нужен сейчас. Ну, идем за таблетками. Так как ты собиратель, довольно-таки быстро это все сделаешь. Ты тоже иди сюда. Собери 70 жуков. Пригодятся. И плюс еще бабосики. Ну и наконец-то убей этого уже, сколько можно. Да ты писец. Еще один раунд, надо будет с ним драться. Ладно, иди сюда. Да, мать. Где ж какое поселение новое? Дней до катастрофы. Водонапорная башня, строение завершено. Отлично. Так. Отлично. 30, 54 энергии производится, 30 воды производится. Супер. Нормально. Можно было бы еще одну напорную башню построить. Пора принять решение. Идем, принимаем, принимаем. И нам нужен... Вот, а, кстати говоря. Колония. Где он? Где? Подожди. Колония. А, подожди, а где дома? Комфорт. Ну вы издеваетесь. Раньше такого не было, не было раньше, было ближе. Ладно, все равно надо построить, но коммунальное жилье надо. Тогда, на данной такой стадии. Вот сюда, да? Ну и тогда... У нас будет какой-то район низкой социального... Низкого, среднего социального статуса. Ну или низкого, можно даже сказать, потому что, ну... Нет, это низкий, средний, потому что коммунальное жилье, да, среднего. А к тому же, где будут дома, там уже будет район богатых, там будем ставить мы игарные аппараты и так далее. Хоть здесь это не имеет никакого значения, по большому счету, но это чисто так, для разнообразия. 5 человек, давайте чистить эти все загрязнения, потому что они не работают на данной стадии, если вы это не чистите. Дайте нам комплектующие, ёб-моё. Ну сейчас это лестница, сейчас там кто заберет первый, там чувак сейчас отобьет ему лицо и заберет комплектующие, и будет все нормально. Блин, я надеюсь, что тут по лицу не по... Блин, и здесь еще кужуки. Ну ладно. Давай какой-то район, ну. Мать. Нет ничего. Ладно. Здесь у вас тоже еще нету. Нет ничего, блин, все тормозит за этой темой. Построить, да мы уже еще строим дома для наших людей. Так, сколько у нас уже? Сорок минут мы уже делаем, друзья, видео идет. Так что, друзья, я наберу ресурсики, да. То, что мы планировали, все мы построили. Как видите, да, у нас это все работает. Кстати, где он? Вот, сепаратор работает, все нормально. Забирает у нас метальчики, да, все отлично. Вот. Так что следующий видосик будет через пару дней, скорее всего. Я думаю, сейчас пойду, возвращаюсь на работу. Там 4 дня буду работать, но там как-то не до этого будет. Вот. Если какие-то вам, друзья, есть вопросики, советики по поводу игры, не стесняйтесь оставлять их под видосиками, да. И я обязательно ваши комменты прочитаю, отвечу, если вам у вас возникнут какие-то вопросы. Ну или опять же, если у вас есть какие-то советы по поводу игры или пожелания, не стесняйтесь оставлять комменты под этим видосиком, опять же. Вот. Так что, друзья, большое вам спасибо за вашу поддержку. Спасибо за то, что вы меня смотрите, участвуете в развитии канала. Вам огромное человеческое спасибо, друзья. Так что. Как говорится, всем спасибо и уже до новых встреч, друзья. Пока-пока.